Россию же снегом не напугать. В Екатеринбурге спокойно отнеслись к очередной аномалии. В разгар весны там неожиданно выпал снег. Вот так в столице Урала вернулась зима. А еще накануне в городе было плюс 14 градусов тепла. Многие автомобилисты успели сменить зимнюю резину на летнюю. На дорогах мгновенно образовались пробки. В час пик плотность движения оценивалась в 7 баллов. Однако, к счастью, никто не пострадал.